Добро пожаловать в Акмулинскую онлайн-школу «Мягкий навык. Критическое мышление». Для начала определим, что же такое мягкий навык или soft skills. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Возникают новые и исчезают привычные профессии. Параллельно физической реальности развивается все менее отличимая от нее реальность виртуальная. Современная школа та, которая готовит человека к жизни в постоянно меняющемся мире, давая ему инструменты успешной жизни. Сулит ли будущее прорыв или провал, детям понадобится умение управлять собой, ставить цели и достигать их, ладить с другими людьми, учиться и переучиваться. Эти и другие важные качества можно назвать мягкими навыками. Мягкий навык критическое мышление имеет огромное значение для поиска и анализа информации, принятия решений. Этот навык необходим для профессии человек-техника или человек-знаковая система. Профессионально важные качества данного типа профессий – это точность и аналитический склад ума, внимательность и логическое мышление. Главным образом встает вопрос, как развивать критическое мышление. Приготовьтесь к кейс-викторине. Кейс первый – дилемма. На новогодние каникулы у вас есть выбор – пойти с друзьями кататься на коньках или остаться дома смотреть фильм. Ваша задача – решить эту дилемму наиболее точно. Кейс номер два. Постарайтесь объяснить одним словом следующие понятия. Дружба, книга, ТикТок. На это у вас 30 секунд. Анализ фактов является для критического мышления ключевым. Три факта о нашей столице правдивы, а один лживый. Ваша задача определить это. Для того, чтобы познакомиться с информацией вам было как можно более комфортно, вы можете ставить видео на паузу. Поздравляем! Вы прекрасно справились с кейс-заданиями. Для того, чтобы быть успешными в любой области, необходимо развивать soft skills. В этом вам помогут практические мероприятия от Акмулинского университета. Не забудьте для этого заполнить Google форму. И до новых встреч! До свидания!